В Актобе студенты и старшеклассники привлекаются к общественным работам. Уже сейчас задействовано более 500 молодых людей. Причем на сезонную работу, сезонная работа продолжается. Молодежь принимает участие в благоустройстве города, причем не бесплатно. Каждому начисляется зарплата 59 тысяч тенге. От мусора очищают не только центр города, но и окраины. Ежедневно из города вывозят до 450 тонн твердобытовых отходов. Уже успели много мест очистить от мусора. С 20 числа здесь работаем. Очищаем все вокруг. Местные жители даже благодарят нас. Мне самой нравится эта работа.